Involving Pictures и Highland Film Group представляет. Производство студии Involving Pictures совместно с фондом Impact WX и Elevated Films. Трейси Эткинс, Янси Ариас, Тора Бёрч, Токола Блэк Элк, Питер Фачинелли, Энн Хэтч и другие. Композитор Эриэль Маркс. Оператор Стив Мейсон. Режиссер Линдси Гослинг. 13 минут. Пожар! Пожар! Люк! Рик! Пожар! Люк, подъем! Люк! Черт! Господи! Где вода? Быстрее! Быстрее! Нужно выше! Кошмар! Лей выше, Тэмми! Ты видишь, все будет хорошо. Утром у меня встреча, а потом поедем. Сладких снов. Спасибо за все. Люблю. Не знаю, как я... Не знаю, как ты всегда все знаешь. Сейчас погода на утро. Грозовой фронт, нанесший разрушения соседним городам, движется на восток. Ожидается торнадо. Эй! Пора вставать. Еще 5 минут. 5 утра. Так кто встает в такую рань? Фермеры, например. Да ну. Пора привыкать. Дай хоть проснуться.
Вставай, а то все проспишь. Счастье, я уже не проспал. У меня для тебя сюрприз. Я не люблю сюрпризы. Но ты даже не знаешь, о чем я. Ладно. А если мне не понравится, и я в этом не признаюсь? Тогда ладно. И что за сюрприз? Да ерунда. Точно? Я не хотела говорить до свадьбы. Хороший. Но мы не можем позволить себе дом. Сегодня в полдень состоится сделка. Как это? Ну как? Заработала. Сверхурочные, выходные. А что еще мне было делать? Но мы должны были заработать на него вместе. Что? Ну говори, что? Тебе что, не нравится, что дом купила я? Нравится. Правда. Так как, наши планы в силе? Так точно, моя королева. Ой, иди сюда, королева. Эй, уже пришли. Ну, скорее. Аудиокурс английского языка. Молодец. Хорошего дня. И тебе, дорогой. Кто-то рано встал. Да, хотела сходить кое с кем позавтракать. Почему мне плохо, ты знаешь? А что у тебя не так? Это из-за урагана. Какого еще? Боже, мам, ты сколько вчера выпила? Да всего ничего, не преувеличивай. Господа, не поминай в суе. Могу же я себе иногда позволить праздник? Ты записал меня на краску? Да. Ты вроде сказала, что завтракать хотела с кем-то. Да, просто... И кто же у нас такая ранняя пташка? Просто знакомый. Знакомый? Да, но ты его не знаешь, он не местный. Эй, удачи! Самый точный прогноз погоды, ведущий Брэд Джонс. Просторы впечатляют. И как скоро будет урожай? Как только, так сразу. Земля хорошая. И тут 100 гектаров, да? По 8 тысяч гектар. Устраивает? Да за такую цену просто подарок. Ну, все в порядке? Вон там, возможно, карст. Будете проверять георадаром? Да. Карст? Это еще что? Ну, это к тому, что земля, возможно, слишком мягкая. Но ведь ее годами не вспахивали. Да, дело не только в этом. Земля может быть пещеристой. Том уже оплатил аренду пастбища? Нет. Тоже до последнего тянет. О, боже, во сколько станет этот сарай?
Ужмемся, возьмем ипотеку. Надо глянуть, может, что цело осталось. Я думаю, после смены в клинике к Тому пойду, поговорю. К полудню вернусь. Да, напомни ему, что мы не мать Тереза. Хорошо. И с землей не складывается. У всех вокруг хорошее, а у нас... Ну, ты сама слышала. Да, справимся. Эту землю унаследуют наши внуки. Ими даже не пахнет, Тами. Еще не вечер. Ожидаются обильные сильные ливни. Начиная с полудня, возможно образование торнадо. Наше радио будет держать вас в курсе событий. Надо заняться землей. Сегодня займусь. Пойдем куда-нибудь вечером. Да, плохую погоду обещают, и я не выспался. А послезавтра? Эй, Пейтон. Эй, а папу поцеловать? Я тебе позвоню, хорошо? Удачи. Во сколько тебя сегодня ждать? Не знаю. Я, честно говоря, тоже. Но няне надо сказать время. Ну, прикинь как-нибудь, как обычно. Ладно. Алло, Стив, что такое? Нет, 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 не занято. А откуда эта информация? Нет, они не должны были это публиковать. Да потому что это еще неизвестно. Ну, я говорила с Национальной службой погоды полчаса назад. Ладно, хорошо, я скоро буду. Боже. О, нет, снова аппарат выпал. Так, лучше? Хорошо. А на что ты смотришь? Да, верно. Ты много знаешь о погоде. А что нужно делать, если штормовое предупреждение? А что, если сигнал тревоги? Верно. А теперь что? Индикатор поломки двигателя. Ну вот, Вики, а я уж было испугалась. Думала, вдруг она совсем развалилась. Грязь надо убрать. Серьезно, если не уберешь, уволюсь. Без шуток. Только не заводись. Ладно? Дай сюда. Прошу. Я бы вот так не смогла. Не смогла что? Не боишься без работы остаться? Я боюсь остаться без нервов. В течение дня посмотрим, в чем дело. Я тебе позвоню. Я хотела на прошлой неделе заехать, но дети заболели. А начальство ждет машину сегодня. Вызовов много будет. Да их всегда много. Ну, Джесс. Ладно, хорошо, если все детали в наличии, то вечером. Быстрее никак. Ты ангел. Разве что падший. Я позвоню. Спасибо. Грег, что? Скорой надо заняться срочно. Да? Я в кафе пойду, куплю нам кофе. Да, эй, фургон отгони. Оставайтесь с нами не только потому, что наше радио классное, но и потому, что мы передаем сводки метеослужбы. Осведомленность может спасти вам жизнь. Не выключайте сегодня телевизоры и приемники. Мы передаем всю самую актуальную информацию. Обращайте внимание на звуковые оповещения.
Женская клиника «Дикая роза». Тесты на беременность. Ведение беременности. Аборты. Мэдалин? Где же наш малыш? Иногда не так прячется, да? О, вот же, вот, смотри, какая головка хорошенькая. У него или у нее? Уже думали, как назовете? Вообще-то, я хочу... Аборт. Ты при записи сказала. И я видела в карте, тебе всего 19. Знаешь, мне всего на год больше было, когда я замуж вышла. Для брака есть много хороших причин, но совместный ребенок, наверное, лучшее. Может, вам с молодым человеком пожениться? Дети — это счастье. Когда мой сын был маленьким, меня даже его плач не раздражал. Мне казалось, так со мной говорят ангелы. А его плач пойду. Это благословение. Мне пора. Вот и тебя Господь благословил. Не делай аборт, выходи замуж. А может, выносишь и отдашь бездетной паре? Ого, как все быстро. Мне тут не понравилось. Они там такие добренькие и думают, что лучше всех все знают. Что? Она мне его показала. Ну и что? Ладно, не смотри так, иди сюда. Все хорошо. А если нам пожениться? Но мы же с тобой на самом деле едва знакомы. Ты же говорил, что любишь меня. Я говорил, что ты симпатичная. О, Мэдди, что-то все слишком сложно. Прости. Ты знаешь что? Что ты делаешь? Это же мой подарок. Да. Мэдди, я за него столько бабок отдал. Мэдди! Эй, в чем дело? Ты куда собралась? Черт! Здравствуйте. Ну-ка, погоди, не убегай, красавица. В каждый номер по одной штуке. На испанском здесь нет, поэтому, будь добра, перевод подпиши на обратной стороне. И учти, я все вижу. Не вожу я мужиков. Он мой жених. И живет он тут? Это временно. Мы скоро купим дом. Сегодня будет сделка. Но ты сегодня на смене. О, постой. Сегодняшнего дня нововведение. С тебя за неделю. Я 2,5 года тут работаю. Плату за проживание ни разу не повышали. За одного одна плата, за двоих другая. Understand? И еще кое-что, дорогуша. Чтобы больше никаких сомнительных машин во дворе отеля. Если за твоим хахалем дружки заезжают, пусть на улице его подбирают. Какой борец за нравственность? Не заводи. Таратайка готова? Стоит на парковке. А, не стоит. Я и сама дверь открою. Вот баба.
Уважаемые гости, будьте осторожны, возможно, торнадо. Следующий шаг – оповещение в школах, магазинах, церквях, на заправках, везде, где придумаете. Что, по всему району? Да, по всему, да. И что сообщать? Возможно, торнадо. Следите за погодой. Ким, думаешь, такое услышат? А если начнется паника? Я понимаю. Нужно будет действовать спокойно и быстро, если дело дойдет до сигнала тревоги. Если постоянно кричать «торнадо, торнадо», а торнадо не будет, никто не услышит, когда он придет. Может, тогда обсудим, какие службы чем займутся? Да, согласна. Это очень важный вопрос. Хорошо. Все свои обязанности знают? Ладно, я... давайте обсудим. Салон красоты. Ваш сынок просто очаровашка. С боков и сзади снимите немного. Много не надо. Поняла. Вот как я обычно ношу. Ясно? Да не переживайте, я сама стригусь, Мэдди. Здравствуйте. Вы записаны? О, привет, Анита. Анна. Анна, точно. Я разве не предупредила? Можно воспользоваться вашим кабинетом на пару минут, не больше. Конечно. Здравствуйте. Спасибо, что пришли сюда навстречу. У меня весь день расписан. Последите. Смотри, какой Левиона. О, нет. А что такое? Что? Он хочет на руки, Мэдди. Что такое, малыш? Как я вам и говорила по телефону, цена просто отличная. Правда, правда. Есть какие-нибудь вопросы? Наверное, нет. Ну, тогда скорее подписывайте. Подпись вот здесь. И здесь. Готово. Дом мой? Как только перечислите деньги. А платить сейчас? Ну, я тогда прямо сейчас в банк пойду. Тогда квитанцию занесите мне в офис вечером. Я же тут не на весь день. Хорошо. И опять к метеосводкам. Надеюсь, вы их слушаете. Предупреждаем о возможности очень опасного явления. Можем продолжить? Да сделка грошовая. Ничего не заработала толком. Назовем это благотворительностью. Это же не собаки. Хочешь, чтобы они подошли, так примани их. Иди в тот сарай, там лежит сено. Сложи его в тележку и кати сюда. Иди в тот сарай, там лежит... Даниэль! Тащи задницу сюда. Ты говорил, он умеет обращаться со скотиной. Он умеет? Да ни черта он не умеет. И по-английски он не понимает. Он хороший парень. Мне нужен хороший работник. Я не собираюсь платить твоим друзьям и родне зарплату, если у них руки не оттуда, Даниэль. Скажи ему, что я автомеханик. Я к вам вернусь. Сколько, по-твоему, времени?
Утро? Нет. Утро было, когда у нас сарай горел. Что? Где тебя вообще носило? Знаешь что, обсудим это позже. Вон новый работник, от него польза, как от быка молока. Какой новый работник? В смысле какой? Ты же должен был документы проверить. Он тут 3 дня. Боже. Ну и перегарище, от тебя за километр несет. Надеюсь, девица того стоила. Как тебя зовут, парень? Карлос. А я не тебя спросил. Документы есть? Документы. Не иметь здесь. Но он хороший работник. Да хоть трижды хороший. Еще раз увижу его тут без документов, позвоню в миграционную службу. Ясно? Ты понял? Да. Отлично. И ему объясни. Черт! Позвонил бы Грегу. Чем сам? Да он даже не официальный дилер. Сколько мы в прошлом году за ремонт отдали? Было проще новый купить. Новый мы сейчас не потянем. Какие есть варианты? Еще один кредит? Нет. Хорошо. Ну, тогда звони Грегу и договаривайся с ним. Если откажет, тогда возьмем в аренду. Сейчас важно не прерывать посевную. В аренду взять тоже дорого. Ладно, милый. А как быть иначе? Все впустую. Мистер автомеханик! Эй, мистер автомеханик! Да, ты. Вот. Сломано. Посмотри. Топливопровод повреждать? Не знаю, как объяснить. А мне нужны детали. Какие детали? Ну, разные запчасти, чтобы работать, понимаете? Грег, это Рик. Да, снова я. Слушай, у меня тут
Один работник. Ты не продашь мне кое-какие детали? Так. Мы здесь. Хорошо. Надо сюда. Тут детали. Детали. Где отель? Да. Ну все. Хорошо. Ладно. Давай, пока. Какими судьбами? Еду туда, подписала. Осталось только квитанцию из банка завести и все. Да ладно, это правда наш дом? Да, наш. А ты куда? А я буду чинить трактор. Твои навыки оценили? Скоро оценят. Отпразднуем это? Люблю тебя. Пока. Тебе надо сделать маникюр. Я просто сказала. Выглядит не очень, а клиенты смотрят. Ерунда какая-то. Мэдди, тебя моя голова беспокоит? Или что-то другое? Думаю, просто о жизни, вот и все. Тебе надо ехать в город побольше и учиться на косметолога. Только не говори, что уже не хочешь. Ты столько сил вложила. И денег. Я беременна. Стоп. Мэдди, пожалуйста. Стоп. Скажи, какой у тебя срок? Не знаю, 7-8 недель. Ясно. Так. Сядь. Мам, я... Давай. Кто отец? Да так, парень. Из Пейн-Рок. У вас все серьезно? Он хочет, чтобы я... Он не хочет ребенка. А ты чего хочешь? Я не знаю этого. Я знаю, мое мнение... Тебе не интересно, но скажу, остальных тоже не слушай. Это твое дело. Мало ли, чего сейчас хочет он. Я хочу сказать, твое тело, твое дело и жизнь. Ты хочешь ребенка? Сейчас. Какой ты ждешь ответ? Вот как ты решилась? Ты готова? Взять ответственность за ребенка. Говорят, что аборт – это убийство. Да. Я это знаю. Говорят так обычно, пока ребенок внутри. Стоит ему родиться, им тут же плевать. Я тебя рано родила, ты знаешь. И я люблю тебя больше кого бы то ни было.
Мою жизнь ты разрушила. Ты самое лучшее и сложное, что есть в моей жизни. Ты должна понимать, что воспитание ребенка – это навсегда. Без выходных и отгулов. И это очень сложно. Эмоционально, финансово, как ни крути, невероятно. Я люблю тебя. Но на второго ребенка я не решилась. Ну а что Бог? Бог дает нам выбор. Из-за тебя его сделать некому. Но что бы ты ни решила, я буду рядом с тобой. Так, а вот и я. Два с беконом, один с тунцом. Так сильно расстраиваешь мой персонал? Нет, так. Поговорили, как мать с дочерью. Как долго уже краска стоит? О, крась поскорее, тот цвет совсем не тот будет. А, сообщают, что школы закрывают. По всему Этелю. Это Ким. Алло, Ким. Привет. Прости, что беспокою, но не сможешь забрать сейчас Пейтон. Да, мне нужно Пейтон из школы забрать. Конечно, иди. Я сама докрашу. Спасибо, спасибо. Простите. Да, нет, я скоро буду. Да я бы сама забрала. Но никак не могу сейчас. Конечно. Я уже бегу. Эй, эй. Маму на прощание поцелуй. Сейчас, секунду. Люблю тебя, малышка. Тебе точно удобно? Да, вполне. Ну, хорошо. Указания на холодильнике? Знаешь, подушки и одеяло... Шкафу в прихожей. Не волнуйтесь об этом. Спасибо. Да, конечно. Увидимся. Хорошо. Давай. Знаете, если вам домой надо или ребенка забрать, то вы идите, мы справимся. Мне надо полную и оперативную сводку по погоде. Ладно. И здесь мы видим смешение двух фронтов. Ким? А? Готов. Сейчас иду. Совсем скоро торнадо будет здесь. Он уже подошел к западной границе штата. До Этеля он дойдет через несколько часов. Наш канал будет держать вас в курсе весь день. Сейчас. Спасибо. Держу, спасибо. Не трогай, а то будут шумы. Готовы? Хорошо. Начнем. 5, 4... Сейчас с нами на связи представитель службы спасения нашего города. Потрясающе красивая женщина. Ладно, это моя жена Кимберли Джонс. Привет, Ким, ты в эфире. Мы слышим тебя. Привет, Брэд. Ким, сегодня стихия бушует. Во многих городах штата объявлена тревога, но у нас с вами пока что только штормовое предупреждение. Скажи, что служба спасения под этим подразумевает? Это значит, что нам необходимо быть готовыми к сигналу тревоги. Нам стоит беспокоиться? Нет, нужно просто быть наготове. Надо знать, где можно укрыться. Иметь наготове тревожную сумку. Если зазвучат сирены, времени на сборы уже не будет. Но капризы погоды ведь не редкость. Почему закрыли школы? Потому что сегодня риск особенно высок. Возможно, опасность минует, а возможно и нет. Сегодня, вероятно, эпицентров торнадо будет несколько, и угроза велика.
мама очень занята сегодня, так что я пришла раньше. Что случилось? Как так получилось? Нет. Даже не думай. Мама все поймет. Эй, да, мы с ней поговорим все вместе, когда она придет домой. Ладно? Хорошо. Я знаю, как тебя утешить. Мороженое? Или тортик? Идем. Эрик. До свидания, Рекс. Ты спасла мне жизнь. Ты слышал, что он сказал? Да, что он меня достанет. Он подумал, мы парочка. Какая чушь. Ужасно. Согласен? Да. А что вообще... Вечером еще сено привезут. Зачем ты с ним так? Как так? Успокойся. Он всего лишь эмигрант. Так и я тоже. Ты общаешься с людьми по-хамски. А мой папа считает, что нелегалом в чужой стране быть хамство. Вы у американцев работу отбираете. Хорошо. Это все, что ты хотел сказать? У вас люди работают по 14-16 часов за гроши. Так мы никого и не держим. Потому что если уйдут одни, тут же других найдете. М? Сложно дружить с подчиненным. Ты сноб. Вот и все. Будешь всю жизнь работать на отца? Я нет. Ну вот, здесь подпись плательщика. О, нет, сеньор.
мистер Рик, он платит. Да, я же не денег прошу. Ваша подпись нужна для порядка. Ладно. Вот. Это накладная. Тут написано, что лежит в коробке. Мне нужна подпись, чтобы вы все получили по накладной. Подпишите. Имя? Да, вот тут. Славно. Спасибо. О, верно. Скоро ураган. Точно не хотите переждать? Вы поедете? Спасибо. Осторожнее. Да, до свидания. Спасибо. Пожалуйста. Привет. Тебе повезло. Мы все починили. Отлично. Спасибо. Вот этот эпицентр, формирующийся на юго-западе, кажется наиболее опасным. Напоминаю всем, что в нашем районе объявлено штормовое предупреждение из-за возможного торнадо. Если услышите сирену, то... Здравствуйте. Вы слушаете аудиокурс «Английский для начинающих». Прослушав эти 4 диска, вы научитесь основным словам, которые используются в разговорной речи. Ко мне пришел друг. Ладно? Если буду нужна, я вон там. Хорошо? Ладно. Тебе сюда нельзя приходить. Почему ты не хочешь поговорить? Я не хочу и не могу сейчас говорить. А я не могу больше тянуть. Просто поговорим. У тебя 2 минуты. Ладно. Начинай. Здесь? Заходи. Я хочу тебе сказать вот что. Если тебе нужен ребенок, оставляй. Но я не хочу ни знать, ни видеть, ни слышать его. Да я и не предлагала. Ты же утром замуж просилась. Нет, я передумала. Не хочу. Слушай, ребенка растить трудно. А ты много детей вырастил? У меня их 2. Я не думал, что так выйдет. А может, ты еще и женат? Мэдди, прошу. Нет, 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 не трогай меня! Значит, у нас пропали сигналы датчиков? Западными, да. Пытаюсь связаться с восточными. Сигнал к ним не проходит. Все уже в курсе? Да, я всем сообщила. У нас уже несколько десятков сообщений, и приходят новые. Да. Говорят, что хуже всего в Купертауне. А? Много разрушений. В районе Хинкли и Атертона тоже. Что за дренаж? Не понимаю, что это. Не знаю. Привет, сынок. Я тебе показал все, что было в этом конверте. Как дела? О, с
Сынок, ты не волнуйся, мы всегда справлялись, и сейчас снова прорвемся. Да. Да, а вот тут даже прочитать не могу. Это за корм скоту. Да, точно. У них просто английский не родной. Теперь вижу. Ну да. Люк, да что такое? На тебе лица нет. И я хочу уехать. Что ты сказал? Мне жаль. Ну, если ты поссорился с девушкой... За границу. Я пытался быть хорошим сыном. Работать. Родину любить. Молиться. Это главное. Назначение человека – жить на своей земле. А все остальное – ерунда и блажь. Тэмми, ну… Ты не патриот! Мэдди, я волнуюсь. Вы с Пейтон дома? Перезвони, пожалуйста. Уже уточнили, куда движется торнадо? Прости. Извини. Да? Отлично. Спасибо. На нас. Может, пойдем в укрытие? Я тут уже полвека живу. Это их тревога, ничего не значит. Они вечно перестраховываются. Ладно, пойду лучше инструмент с улицы уберу. Найдите укрытие. Папа. Внимание, тревога. В ближайшее время... Мам. Найдите безопасное место. Мама, куда ты? Пойду окна закрою. Телезрители из Кайовы, Кадо, Эделя, просим вас проследовать в укрытие. В районах этих городов сформированы 3 эпицентра. Вот они. Здесь, здесь и здесь. Если вы сейчас в здании, спуститесь на самый нижний этаж. Идите в комнату без выходящих на улицу стен. Лучше всего в ванную или туалет. Укройтесь подушками и одеялами. Они защитят вас при повреждении стен. Открывать окна, как рекомендовали в 60-е, не нужно. Торнадо и сам их откроет. Если вы в дороге, остановитесь. Найдите укрытие в здании. В крайнем случае, ищите углубление в земле. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться под эстакадой. Сегодняшнему торнадо присвоен высший уровень угрозы. Не наблюдайте за ним. Пошли, пошли, пошли! Если вы еще не в укрытии, поторопитесь. Торнадо движется на нас со скоростью 70 км в час. В смысле, без вариантов? Я не потяну третьего, Мэдди. Дети, это дорого. Если хочешь его оставить, ладно, я постараюсь помогать. Но я не миллионер, на многое не рассчитывай. Уважаемые зрители, изменения вы. Теперь и ваш черед. На экране вы видите скорость вихря. В это время нельзя находиться на дороге. Хватит. Вам необходимо найти укрытие. Уходи. Он идет ровно по 40-й магистрали. Не выходите. Будьте здесь, все будет хорошо.
Эй! Эй! Вот сукин сын. Торнадо! Торнадо! В номерах опасно! Торнадо! Все из номеров! Торнадо! Покинуть номера! Торнадо! Торнадо! В укрытие! Прошу вас! А где ваше начальство? Он уже укрылся! Скорее! Все вниз! Давайте! Быстрее! Да быстрее же! Скорее! Сюда! Мам! Мама! Мам! Укрытие! Папа! Пап! Вы еще не видели. Шш, молчи. Гости и так напуганы. Эй! Все хорошо. Все будет в порядке. Поняла? Спокойствие. На улице со всех сторон летит. Оно большое. Уверены, что здесь можно оставаться. Боже. Что? Бери свой пропуск. Пропуск? Да, поведем всех на кухню. Скорее! Не стой! Давай, быстрее! Послушайте все, прошу. Попрошу внимания! Внимания! За мной! Пойдемте! Все за мной! Идем. Не отставайте! Осторожно, окна! За мной! Быстрее! Идите! Давай! За мной! Все сюда! Быстрее! Заходите! Давайте. Сюда. Все сюда. Заходите. Давайте. Ладно. Закрывается никак. Ну-ка, погоди. Поднимай, а я завяжу. Давай. Должно получиться. Давай. Ну. Получилось. Да,
Торнадо уже бушует в Мининеве и на северо-востоке от нее. Покажите мою жену, пожалуйста. Уважаемые зрители, будьте предельно осторожны.
Скоро нам покажут кадры с вертолета службы спасения. Итак, уважаемые зрители, через несколько секунд мы их увидим. Это вообще что? Перлин Рок? Так, мы видим первые кадры. И это... Это... О, господи. Это же... Это казино. Уважаемые зрители, вы видите все сами. Здесь сплошные разрушения. Эй, с кем удалось связаться? Ладно, район Мининевы. Торнадо миновал, но возможное обрушение и... Скажите, когда свяжетесь с кем, да? Не подходите к водоемам. Так, если можете подобраться к щиткам, электричество лучше отключите. То же самое с газом и... Дорогие зрители, на несколько минут меня сменит моя коллега Эшлин. Она вам все расскажет. Спасибо. Связи нет. Скоро развернет пункты помощи. Планируется разместить их в следующих точках. Даниэль! Сейчас!
Пожалуйста, помогите! Помогите! Анна! Анна! Надо уходить отсюда. Немедленно уходим. Давайте, пойдемте. Уходим. Все уходим отсюда. Тяжело на это смотреть, я знаю. Но это наш долг. Это наша обязанность. Весь город на нас рассчитывает. Добро пожаловать в Мининеву. Цела. Мам. Мам, ответь. Выше. Ты вдыхай воздух. Поехали. Так.
Раз, два, три, четыре. Погоди, жди. Раз, два, три, четыре. Раз, на помощь! Два, три, четыре. Да раз, где? Два, давай, вдыхай. Сильнее. Два, три, еще вдыхай. Три, четыре. Помогите! Эй! Сюда! На помощь! Осторожнее! Осторожнее! Тише, тише! Что там? Нет, Джесс, стой! Не подходи сюда! Вики, почему? Я помогу! Джесс, нет! Меняемся. Раз, два, три.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Очнись! 10, 11, 12. Ну, давай! 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Нет, стой! Рик! Да. Надо. Все, мам, хватит. Надо его перенести. Раз, два, взяли! Нормально? Отлично. Людей будет подходить много. И их всех надо отмечать. Я займусь. Хорошо. Надо связаться с энергетиками. Пусть обесточат город. Я сделаю. Как только появится сеть. Ей надо в больницу. Довезете ее до скорой? А я поищу Пейтон. Ты не поедешь? Мне нужно искать Пейтон. Давайте я поищу. А вы поедете. Вы уверены? Да. Спасибо. Простите. Вы можете взять людей в машину? Им нужно в больницу. Вы что, были под эстакадой? Вы слышите меня? Вас зовут Брэд? Под эстакадой? Нам нужна ваша помощь. Брэд, нам нужна помощь. Да, да, простите. Давайте его в машину. Поедем в больницу. Едем в больницу. Давайте в машину. Давай. 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 Давай, давай, давай. Все идем хорошо, в машину. Давай. Аккуратно с ним. У него повреждена кисть. Руку аккуратней. Не знаю, как его зовут, но его невеста Анна Гомес. Запомнили? Да. Скажите тогда в больнице Анна Мария Гомес. Хорошо, я понял. Анна Мария Гомес. 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 Вот, запишитесь, пожалуйста, в список. Мы отмечаем всех пострадавших. Пожалуйста, запишитесь. Вот сюда. Хорошо, сэр? Спасибо. Соболезную вам. Нам.
пусть его отвезут в больницу. Аккуратно. Осторожно. Дорогой, все будет хорошо. Ему окажут необходимую помощь. Ага. Спасибо. Не нашли. Я... Что? Я не знаю. Что? Пейтон! Мне сказали принести ребенка сюда. Вот. Да. Позаботьтесь о нем. Длань Бога. Я отойду на пару минут, хорошо? Да. Эй! Эй! Ты нашел Пейтон? Вряд ли девочка могла выжить. С чего ты это взял? Откуда тебе знать? Милая, милая. Господи. Посмотри на меня. А что происходит? Мам, нет. Пошел. Вон, мам. Принеси мне воды. Хорошо. Сейчас. Я скоро вернусь. Да.
Нади, дорогая, может... Мам. Просто закрой дверь. Я тебя обожаю, ты это знаешь. Сеть снова появилась. Со связью мы можем привлечь больше волонтеров, и будет легче. А я хочу позвонить родителям. Из соседних городов к нам едут 3 пожарные бригады. Разве его не отключили? Ким должна была распорядиться. Подойдите сюда, пожалуйста. Этого. Этого. И вот этого. Что такое? Их забирают в больницу. Запомните, пожалуйста. Эй, он же поправится, да? А вы... Я их сын. Нет. Он нам не сын. Сэр, отойдите, пожалуйста. Простите. Прошу прощения, нужно заполнить вот эти бумаги и вернуть мне, хорошо? Ладно. Сведения о гражданине. Имя, регистрация, страховка. Анна, нет. Королева моя. Не надо. Все хорошо. Вам помочь заполнить? А? Нет, я в порядке. Он что, нелегал? Его депортируют? Скажите, а лечить-то его станут? Да, да. Но, скорее всего, лечение будет платным. И, вероятнее всего, недешево. Я понимаю. Хорошо. Я сейчас вернусь. Не надо. Я не смогу остаться. А я поеду за тобой, милый. Спокойно, спокойно. Все будет хорошо, Карлос. Не плачь. Анна. Успокойся.
Пейтон! 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 Да! Да! Назад! Назад! Опасно! Назад! Мама! Нет! Пейтон, нет! Посвящается всем пострадавшим от природных катаклизмов.